И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, мой сын Ярик и Виктор Кошак, и сегодня мы играем в The Forest, будем поднимать вам настроение и выживать. Всем привет. Смотрите, ребята, у меня птичка в дом залетела. Блин, вот это классно, у тебя птичка на руке. Это птичка? А как она сквозь стену пролетела? Ну что, давайте, будем выживать, потому что за эту игру заскучился, будем все смотреть и изучать. Кстати, обновили графон, и не знаю, все круто сделано вообще, смотрится шикарно. Как фильмасик. Так, давай, Димон, давай как в старые добрые времена на рыбалку отправимся. О, давайте. Пошлите, ребята, на рыбалку, будем рыбу ловить сегодня. Это что, у нас тут факел, что ли? Да, я его поджигал. Он потух? Видно, дождь был ночью. Так, погнали. Пойдемте. О, блин, у меня пол еды. Далеко-то не убегали. Тут уже самолет рядом лежит. А мы и не парились. Вот, Димон, туда надо нам, туда. Вот там вот это озеро. Блин, я не бегать не могу, устал, ноги болят. Ну иди, посиди, мы тебя потом найдем. Мы тебе рыбу сырой принесем, поешь. Там абориген бежит, смотрите. Показывай. Давайте его убьем. Вот, бегает шопсих. Да не, это Ярик. А, нет. Не, вон по дереву полез. Ого, смотрите. Прикольно, да, сделали анимацию? Чувак, слазь, там высоко, ты упадешь, разобьешься. Да. Слазь. Давай. Оно будет... О, давайте дерево срубим. Давай, давай. Ребята, рубим дерево, где сидит абориген. Смотрим, как он упадет. Блин, это... Баран... А где он? А где... Он что, читер? Блин, это было прикольно. Получайте бревном по голове. А может он на другое дерево перепрыгнет? Не знаю, мы что, сейчас будем тут вокруг деревья все срубывать? И не нашли его. Да. Так. Кто там пердит? Опа-опа, это он спрыгнул. Опять? Он с братаном. О, Димон, давай, мочим их. А ты чё на него руку поднял? Кусок ты дерьма засохшего. Ты его не ударил. Ты чего? Держи, сопля. И они что, камень? Вы что, терминаторы? Аборигены вонючие! Блин, графон крутой в игре. А, все, я этого не сорвал. О, лежат. Тут что-то пожрать несет. Блин, вообще рыбу пошли ловить или убивать аборигенов? И то, и то. Блин, мне похавать бы неплохо было бы. Сейчас обиду возьму. Кого ударить битой? У кого есть покушать? Димон, сейчас посмотрим, меня, что сейчас. Есть. Есть мясо, да. Которое можем пожарить, но надо костер распалить. Ладно, ладно, пойду я. Где тут, где похавчик есть? Похавчик. А где ты, Димас? Димон, я не могу тебе дать похавать. Ну давай, давай. О, птицу, может, съедим. О, я птицу убил, сейчас захаваем. Давайте, пацаны, расположим. Блин, где озеро? Тут где-то озеро было, не могу найти. А мы просто далеко ушли, нам надо туда, в той стороне. Где-то лужа должна быть вонючая. Ты где-то затерялся, Димасик. Не-не-не, я вижу вас, ники же отображаются. Я тоже вижу, давай. Так что, бегу к вам, пацаны, все четко. Не-не, а мы к тебе. Хорошо, жду. Короче, я нашел. У меня очень голодаю, сейчас просто умирать начну от голода. Давай распаливаем костер, мясо будем жарить. Давайте, да, у кого да, есть что? У меня есть, короче, мясо птички. Свежее. Давайте, ребята, мясо. У кого есть. Давайте, делаем быстро костер. Разжигаем, Димона кормим. Все, Димон, давай, я ложу. Не-не, я тоже сейчас. Я сам хочу свою курку. Я тоже буду жарить мясо. Давайте. То, что самое первое приготовится. Все, давайте, каждый по. О, как раз каждому по куску хватит. Сейчас я свое пожарю, подождите. Все, мы сейчас похаваем и пойдем дальше мочить рыбу. Ой, аборигенов. Рыбу. Вот я буду этого жарить. Ого, давай я сожру его. Блин, прикольная движушка выживать, как-то непривычно. О, пацаны, у меня кролик есть откуда-то, я не знаю. А как захавать? О, все, я ем. А че вы мне этого крокозябника ставили? Кого-кого, Ярик? Это Димон, моя... ты хочешь еще кушать? У тебя давай, еще... давай. О, птичка ко мне прилетела. Давайте я убью ее. А, блин. Нельзя, кушать, нельзя. Димон, скушал уже, да? Все, ага. У меня полная. Я ничего не скушал. Витя, ты обманываешь, ты все съел. У меня даже половина желудка не наполнилась. Димон, иди, я тут пожарю сейчас тебе зайцев. Да нет, Ярик, все, пошли. Прудик, прудик. А как заяц, пацаны? О, рыба сейчас будет у нас.
Офигенно. Все, я вижу рыбу, пацаны. Ловим рыбу, наконец-то мы нашли. Давайте и похаваем от души так. Так, мое копье. Так, сначала воды попью я. Хочу пить. Отлично. Так, а теперь пока... рыбал. Ай, кто меня бьет? Опа, рыбку одну поймал. Вторую рыбку поймал. Есть, Димончик, есть рыба. А, рыбалочка. Отлично. Опа, она. Как тут рыба под камни уходит? Блин, не могу. Иди сюда, моя маленькая. Попасть не могу, я вообще сегодня, ребята, кривой. Может, опа, ты палку крив? Смотри, какую большую Димон поймал, смотри. Вау, у меня три рыбы. Смотри. Ого, это чё, сом? Это кобака. Кобака. Мы что, всю рыбу убили здесь? Я, а, Димон, нифига себе. Ого, здоровая кобака. Ого. Прям шевелится, блин. Нет, я тоже хочу. Ах ты, говно. Идись. Блин, вот там лягушка прыгает. У кого-то рыба, что ли, спала? Это у меня. А, она дохлая. А, не мое место. Смотри. Дохлую рыбу ловил. Поймал. Нас красава. Дохлятину поймал. Так, Димон, не умничай. Еще одну поймал. Ты чувствую, когда только дохлую рыбу. Давайте, у кого есть, собираем костер, жарим рыбу здесь. Соберем с собой рыбишки. Димас, ты настолько про рыбак, что только дохлую рыбу можешь. Ну хватит! Смотрите, сколько мы рыбы наложили на костер. Как долго ты ловил дохлую рыбу? Да ну хватит, Димон! Птица. Дайте птицу мне на руке, захаваем ее. Смотри, какая у меня рыба есть. Смотрите, пацаны, большая или маленькая? Дохлая, а не живая. О, кушаем, кушаем. О, нифига себе, рыба сразу соточку пополняет. А как тут попиться, водиться? Вот это мы поели здесь, пацаны. Вот тут еще дохлятинка ползает. Так, пойдем. Давай еще воды попьем. Поймал. О-о-о, птица, давайте ее захаваем быстрее. Нифига себе, сколько мы рыбы жарим там, а мы съедим всю? Я птицу убил. Мне кажется, вас нельзя выпускать в лес. Вы все портите, экосистему ломаете. Да, в смысле? Деревья рубаете, кусты портите, птиц убиваете. Всю рыбу сожрали с пруда. Не то, что Димас там дохлый ловит. Да хорош. Ладно. Что, давайте будем дальше продвигаться, идемте. Да, давайте. Наелись, напились, все, убегаем. Можем, все, давайте, Чунгачкаки побежали. Робин Гуды лесные. Так, если что, у меня есть еще две рыбинки. О, там кто-то бегает. Побежали, побежали, пацаны, их двое. Двое. Доставайте топоры. Доставил топорик. О, может их копьями фигачить? Мы... Подожди, а где они? Где они? Не вижу. Ну, давайте копьями их, вон они там. Где-то. Я их потерял. Они там своими ножками перебирают, смотрите. Убийцы бегут. Нас четверо, как-то не страшно вообще, да, Димон? Интересно, а кто из нас абориген вообще? Мы, наверное. Ну да. Мы гоняемся за аборигеном. О, вот это их поселение, Димон. О, а так они привели к поселению. Идемте разграбим их. Давайте, пошлите. Знаешь, аборигены думали, о, людишки приехали на наш остров, сейчас мы их покушаем. Блин, они нам тут все разрушают и нас жрут вообще. Сами всех съели. Да-да-да, аборигенов хаваем, короче, грабим их. А должно быть наоборот, они, наверное, думают, что такое. Что за люди такие странные? О, тут, кстати, веревка должна быть. Мне нужна, кстати, сейчас веревка. Давайте. Ломаем их тотемы все. Ты смотри. Всех аборигенов на костер, будем их жарить, кушать. Так. О, давайте тут жить будем. Нормально, у них хата здесь. Давайте подожгем. Деньги есть, офигеть, у них деньги. Что не поджигается? А нельзя поджечь? Я взял старую кастрюлю. Вставай, мужик. О, смотрите, игуаны какие-то ползают. Нифига себе. Я копьем открыл какую-то простыню. Норм. Видите, вот эти ящички можно открывать копьем даже. Я видел. Прикольно. Так даже удобней. Что там? Ого, а в этом пруду здоровенная рыба плавает. Давайте рыбу здесь тоже наловим. О, я вижу, Димон. Ого, кабака! Ничего себе! Дай, подожди, Димон, дай я на скриншот сделаю, стой. Стой. Воу, Димон, это круто! Такая здоровая рыба!
Классная, да? Берем. Никто не может такую поймать, как ты, Дима. Эта рыба, мне кажется, можно целую семью накормить. Целую семью. Я тоже хочу рыбу большую поймать. О, может поплаваем просто? Ой, здесь мутно, как у меня в глазах. Пойдемте отсюда. Я хочу тоже... Вот, большую рыбу вижу, Димон. Ах ты... Вот это здоровенная рыба. Есть, Димон, смотри! Ого, я вижу, вижу. Вот это... Ого, ребята, смотрите, какая рыбешина. Я тоже поймал, смотри. О, блин, и Ярик поймал. Зато у нас теперь есть рыбы, мы голодные, пацаны, не останемся точно. А можно, знаете, как... Виктор, ты можешь поймать? Попробуй. Ребята, вот смотрите, вот когда вот в воду заходишь, ты начинаешь плавать. А если вот разогнаться и вот так вот прям в рыбу врезаться и копьем ее, вот так вот из, прям... А, ну давай, Димон, смотри, как я это сделаю. Говно, не получилось. Блин, 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 я почти попал по рыбине с копья. А я не могу в воздухе нажать атаку. Я могу. Можно, можно, в воздухе можно нажимать атаку. Я нажал только что почти. Не, не, мы ее распугали, пока прыгали. Надо вдоль берега пройти. Вау, прикольно. А, кстати, тут крокодилы есть, если вы не знали. О, давайте крокодилов помочь им. Только эти крокодилы, они где-то, короче, либо в горах, ну, они в таких, знаешь, речушках болотистых таких, надо их искать. Пойдемте наверх, на горы. Я хочу, знаешь, что, Димон? Кролик, пацаны. Да нет, Димон, ты куда? Наверх, я хочу крокодилов найти, пойдемте крокодильчиков поищем. Димон, я отсюда в воду прыгну, смотри. О, это что, бомбочкой? Давай-ка. Это, короче, у нас... Ай, Ярик, сейчас столкнешь меня. Ай, Ярик, я умру, я умру. Прыгайте. Я ссу. Я первый. Давай. Я прыгаю. Я тут игуану поймал. Воу. Это что, классно? Давайте я тоже попробую. Круто. Я тоже хочу. Ну, давай, чувак, быстрее. Я хочу посмотреть со стороны, Диман, как ты прыгнешь. Ну-ка, ребята, мы прям, знаешь, какой-то у нас курорт отдых. Давай, давай, давай. Еще солдатиком. Еще рыбу поймал в конце. Да не. И Ярик. Ладно, пошлите дальше. Давайте в горы. Погнали. В горах там могут быть и крокодилы, и заморозки. В горах крокодилы, Димон, ты ничего не путаешь? Просто я видел где-то... А на деревьях живут олени. Все-все, можешь ничего не объяснять. А в болоте зайцы бегают. Да-да, бейте я этого говноеда от этого, который бегает. Вот-вот-вот. Одного поймал. А прикинь, сейчас, Димас, такой на гору поднялся, там крокодилы. Я буду в шоке. Не, ну там точно крокодилов не будет, могу уверять тебя. Ой, еще одно поселение аборигенов. У нас прям курорт. Только это уже с тотемами какое-то. Священные ритуалы проводят, наверное, здесь. О, бензин. Так, бензин? Да, да, бензин. О, реально, канистра. Давайте сожгем тут все. Я взял канистру. И я взял канистру. Ой, чьи черепушки посыпались, ножки чьи-то. Тут еще канистра есть. О, какие-то ягодки вкусные, я их похавал. О, не траванулся, значит нормально. Как, ребята, совет от Димона Покемона. Как проверить, что ягоды съедобные? Съедаете, если вы не травитесь, то можно есть дальше. Димон, я помню это место. Тут, где должна быть пещера. О, я чисто мало тут кое-что. Тут не только должна быть пещера. Вот, идите за мной. Я кое-что хочу вам показать. О, речушка. Там должны быть крокодил. Крокодилы, да, Димон? Крокодил. Вот я говорю, они в горах живут. Это реально смешно. Какие? О! Болот! Смотрите, тут водопадик какой классненький. Смотрите наверх. Ого! Водопадище. Фесть, там на том острове живодятся крокодилы. Я воды попью. Живодятся! Живодятся. Не только живодятся, они там еще и водятся. Погнали. А! Блин! Пацаны, выручайте! Они не... О, а может пойдем в снег, это, в тундру? Пацаны, спасите меня! Пойдемте. Я немного упал. Вообще-то, Димас, в горах, в снежных особо, там крокодилов еще больше. Там это, крокодилы с мехом, да? Да. Может быть, у тебя еще крокодилы на юг будут улетать? Помнишь, Димас, мы вот на ту северную... Пацаны, давайте плот запилим, на плоте поплаваем. О, или давайте в следующей серии. Ребята, если вы хотите, мы в следующей серии сделаем плот и будем плавать по океану. Прикольная идея, кстати.
О, кстати, да, акул будем, охоту на акулу откроем. А мы сможем убить ее? Конечно, мы... А знаешь, сколько там из нее мяса выпадет? Так, вот, если мне подсказывает интуиция, если мы пойдем дальше на север, то найдем крокодила, пойдемте. Они живут на холоде. Все совпадает, наша учителька говорит, крокодилы улетели на юг, теперь на север улетели, все совпадает. Улетели. Перевозят их просто. Че, Димон, тут холодно становится, тебе не кажется? Это просто ночь. Может, костер разведем? Да, давайте наверх. Давайте поднимемся. Сделаем тут небольшую базу. Я просто уже мечтал темно. Всегда пожить на горе. С крокодилами. Во, снег начинается. Давай не будем прямо на снегу, давай тут на грани. Вот это классно. Сейчас, смотрите, крокодил тут будет. Давайте большое огнище, кострище разведем. О, смотри, кабан, кабан, кабан. О, я же говорю, крокодилы тут. Пацаны, давайте, идите сюда, у кого есть камни? О, реально кабан, Димас, давай кабана гасим. Еще один камень надо. Блин, кабан, ну ты убежал. Блин, ничего не видно, вообще жесть. Тут как какой-то жопин. Ой-ой-ой. Меня кабан погрыз. Ах ты говно! Кабанихная! А, убил меня, кабан меня убил. Блин, он и меня мочит! Кабаны. Димон, меня кабан убил тоже. Меня тоже. Так, сейчас, папа, я тебя поднимаю. А меня кто сегодня? Как этого кабана убить? Нифига себе кабанидзе. Блин, классные приключения у нас сегодня получились. Офигеть, кабаны, вы что, неадекваты? Вот смотрите, сидит спокойненько там, жрет что-то, какашки свои. Не, я его не буду трогать, пусть уйдет дальше. Еще Попай. Один пришел. Ай-яй, меня кушает. Пошел сюда. Упустил. Это что, нападение кабанов? Короче, давайте пожарим рыбы. Еще один, Ярик, тебя кабан бьет. Ну, кабан, поднимайте. Ай, меня убили тоже. Блин, я ничего не вижу. Да что, мне кабан опять бьет? Да что такое? Атака диких кабанов или что это такое? Папа, поднимай нас. Я валяюсь, как дурак. Это жесть. Живой. Витя, ты живой? Да, давайте, да. Ставьте, ставьте. Поднимай нас быстрее. Зато мы кабана убили. Точно? У нас теперь еда есть. Ах ты кабан вонючий. Я буду тебе мстить за нас. И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты сейчас...